Лучше ножом, конечно, ее открыть. На коробку не режь. Коробку порежу. Так, что у нас тут есть? Детали. Это что у нас камни? Камешки. Так, давайте посмотрим для начала точилку. Я, конечно, думала, она будет покрупнее. Вот такая. Мелковатая. Посмотрим, как переворачивается. Ага. Здесь вроде все такое прочное. Так, это конструктивно прикручено. Выглядит неплохо, так качественно. Такая вот ручка. Посмотрим детально. Это что у нас здесь? Ага. Так. Давайте посмотрим камни. Тысяча гривен. О, они в каком-то масле. Какое-то масло. Не вонючее вроде. Почему они в масле? Убираем. Посмотрим, сколько всего камней пришло. Значит, 120 грит. 200 грит. 400 грит. 600 грит, 800, 1000, 1500, 2000, полный набор.
Так, сейчас измерим размер. Давайте возьмем вот этот самый грубый камень. Нет, самый грубый у нас 120 грит. Ого, он неплотно приклеен. Что же это такое? Косяк. Теперь что, мне его подклеивать надо? Чуть-чуть отходит. О, достаточно шершавый камень. Очень грубый. Так, посмотрим, сколько он сантиметров. 15. Ну, правильно, как заявлено. 15 сантиметров. Жаль, что на задней части не написано, сколько грит. Sutools. Sutools написано. Ну, по-моему, он приклеился. Я его прижала, и он приклеился. Отлично. Так, давайте дальше посмотрим. Какой-то посмотрим. 600 грит. Клей тут чуть-чуть, я вижу. Ну, вроде камень без брака. Отличный камень. Давайте все проверим, что ли. Чтобы у нас не было бракованных. 400 грит. 400 грит. Этот нормально заклеен, ничего не отходит, все отлично. Он тоже достаточно грубый камень. О, вот здесь вот написано сзади, кстати, сколько грит камень. А ну. Ну, неужели только у одного? Ну ничего, мы сделаем сами надписи. Не знаю, по-моему, этот ровный. Грубые камни, они не такие ровные, как видно, поверхность не очень ровная. Так, 800 грит. Здесь написано Сан Янг, 3 британских. Что за 3 британских? Так, посмотрим. Тысячный. Ну, как-то он грубоват для тысячного. Может, потому что они еще новые. Со временем сотрутся.
Ну, камни хорошие по качеству. Чисто визуально так. Смотрю. Вроде ничего. Грубоватые. Вот этот немного глажен, но он не настолько гладкий, как мой водный камень. 1500, 2000. Ну, тоже не такой уж он и гладкий. Мне кажется, тысячный даже глаже, чем 1500. Ну да, тысячный глаже. Или мне так кажется, не знаю. 2000. Две тысячи по глаже, да. Можно ли считать эту царапину браком? Не знаю. Надо будет посмотреть под микроскопом, какая-то царапина тут есть. Грит. Почему-то он самый мокрый. В масле? Да, это точно масло какое-то техническое. 3000 грит, проблем нет, нормальный камень. Ну, посмотрим, будем точить. Смотрим на точилочку повнимательней. Немного трудновато, как для меня, переворачивать. Но это понятное дело, механизм пока новый. Шурупчик. Тут еще есть. У нас тут еще есть шарнир. Это, наверное, под угломер. Она наклею. И можно будет приклеить два шурупчика, винтика. Дальше у нас идет
Ну, сейчас буду разбираться, не знаю, что это. Нужно собрать. Так, нет, не так. Что у нас будет держать камень? Ребята, чего-то не хватает. Вот это вот держит камень. Поняла. Смотрим, где инструкция. Никакой инструкции нету. Никакой инструкции нет. Ничего нет. Значит, будем делать вот так, наверное.